Волк и семеро козлят. Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет, козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла. Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка в сырую землю. Ура! Ура! Наша мама пришла, молочка принесла. Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес, а козлятки запрутся крепко-накрепко. Волк подслушал, как поет коза. Так сказать. Вот раз коза ушла, волк подбежал к избушке и закричал толстым голосом: «Вы, детушки, вы, козлятушки, таскайте! Отопритесь, отворитесь, ваша мать, так сказать, пришла, молока, так сказать, принесла, полны копытцы и водицы, как бы это самое». Козлята ему отвечают: «Слышим, слышим, да не матушкин это голосок. Наша матушка поет анюсеньким голосом и не так причитывает». Волку делать нечего, пошел он в кузницу и велел себе горло перековать, чтобы петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот приходит коза и стучится. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла. Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка в сырую землю. Ура! Ура! Наша мама пришла, молочко принесла. Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала: кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом, да не переберет всего, что я вам причитываю, дверь не отворяйте, никого не впускайте. Только ушла коза, волк опять шасть к избушке, постучался и начал причитывать тонюсеньким голосом: «Козлятушки, ребятушки, так сказать, отопритесь, отворитесь же, вашей мать, так сказать, пришла, так сказать, молока принесла». Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копыточку, из копыточка в сырую землю, как бы это самое. Ура, ура! Ура! Это наша мама пришла, молочка принесла, так сказать. Козлята отворили дверь. Волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек схоронился в печке. Приходит коза, сколько ни звала, ни причитала, никто ей не отвечает. Видит, дверь отворена, вбежала в избушку, там нет никого. Заглянула в печь и нашла одного козленочка. Матушка! Как узнала коза о своей беде,
Так села она на лавку, начала горевать, горько плакать. Ой, вы, дедушки мои, козлятушки, на что отпирались, отворялись, а злому волку доставались. Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе: что ты до меня грешишь, кума, так сказать? Не я твоих козлят, так сказать, съел. Полно горевать, и пойдем лучше в лес и погуляем, так сказать, как бы это самое. Пошли они в лес. А в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку: давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму. А чего, давай попробуем, так сказать. Стали они прыгать. Коза перепрыгнула. Ух! А волк прыгнул. Да и свалился, так сказать, в горящую яму. Брюхо у него от огня лопнуло, и козлятки оттуда выскочили все живые, да прыг к матери. Ура! Матушка! Матушка! И стали жить-поживать лучше прежнего.